Дети – это взгляды глазок боязливых. Ножек шаловливых по паркету стук. Дети – это солнце в пасмурных мотивах. Целый мир гипотез радостных наук. Вечный беспорядок в золоте колечек. Ласковых словечек – шепот в полусне. Мирные картинки птичек и овечек. Что в уютной детской дремлют на стене. Дети – это вечер, вечер на диване. Сквозь окно в тумане блески фонарей. Мирный голос сказки о царе Салтане. О русалках-сестрах сказочных морей. Дети – это отдых, миг покоя краткий. Богу кроватки трепетный обед. Дети – это мир нежной загадки. И в самих загадках кроется ответ.